Быстрее, мужики, поспешать надо, покуда я не сыты и далеко не ушли. Что стоишь? Ступай домой. Староста, волки опять, может помочь? Вы же не о нашей деревне, барин. Ехайте, куда ехали. Мы сами управимся. День добрый. Павел Сергеевич, позвольте с вами? А, утро доброго, Иван Александрович. А чего ж не позвольте? Поможете, заодно и развлечетесь. Какая еще забава в наших краях? Пострелять, да. Девок помять. Угораздило же вас. А Иван Александрович. Парень, знать, перебежали вы кому-то дорожку, кому-то из Елагинских. Знать бы кому. Со временем узнается кому. Ушел. Матерый. Представь, гуляем мы с тобой по Парижу в нарядах, а кругом дома каменные, выше часовни нашей. Страшно поди. Барыней покойной пахнет. А ты не нюхай. Фу, проветрить бы. Ой, Вась. На, обронила. Увидишь. Скоро эти платья все мои будут. Шириной ты, барин! Дрожишься. Испугалась? Не от того. От чего же?
От того, что не надо нам с тобой больше видаться. Нехорошо это. Да что ты такое говоришь? Почему же? Грех это. Ну вот грех и есть. Василек, милый, неужели ты думаешь, я тебя оставлю? Ванечка, так ты ж барин, а я девка дворовая. Что же между нами быть-то может? Не говори так, не смей. Я тебе вольную Елагина выкуплю. Обвенчаемся. В крайнем случае сбежим. Но я никогда, слышишь, никогда тебя не оставлю. Веришь мне? Просто говоришь, верю. Веренечка. Василий на войну поехал, дымно, дымно, Женька у поли. За ним послы тона, тотри, дымно, дымно, Женька у поли. С купцами он за реку ходил, держи, взял вот. За гостиницу спасибо. Да не надо было. Свататься к тебе приду. Соглашайся, старости хоть будешь. Василёк, я сказать хотел. Не от меня, так от других узнаешь. Что? К нам гости приехали. Я ж вроде как жених, и маменька наставили, чтобы венчались, но ничего такого не случилось. Как венчались? А как же я? А как это же это? Василёк, а мы, а я? Василёк, милый. Её милой зови. Василёк, ну Марьяна мне как сестра. Ну мы же не виноваты, что нас в детстве обручили. Обручили? Вот я дура. Куда же я смотрела-то, а? Василиса, я тебе обещаю, я с ней поговорю. Поговорю. Обронили, сударыня. Василиса, сестра твоя? Да, сударыня. Укажи сестре, где ее место. Иди-ка ближе, научу как. Вась, Васька, собирайся.
К Рязанным едем. А зачем? Старой барыне помочь прибраться. У ей-то своих девок нет. Так я на нас у барина попросила. А Пушкин? Вы слышали про Пушкина? Кто это? Это маленький гений. Представьте, смуглый, кучерявый рабчонок. Ну, какие манеры. А стихи? Ай, какие он пишет стихи. Хотите, я вам что-нибудь прочту? Мария, я должен с тобой объясниться. Говори, Иван, ты первый. Потому что и мне есть что тебе сказать. Мария, я не смогу стать твоим мужем. Прости меня. Да ведь я тебе, слава Богу. Что? Мое сердце не с тобой, Вань. Это правда? Конечно. Вась, а пойди-ка сюда. Чего? Голову он тебе дурил. Помолвку скоро объявят. Думаешь, что мы тут все так подчищаем? Красоты наводим. А ты что думала? Она графиня. У ней вон денег немерено. А ты девка крепостная, так? Для забавушки. Иди. Чего пришла? Согласна, Максим Петрович, выйду за тебя, коль берешь. Ну что ж, счастью вашему противиться не буду. С Богом, ступайте. Барин, не ходи туда. Пусти! Ты поиграешь и бросишь, а она потом как жить будет? Брось, пошла! Василиса! Назад иди! Назад иди, сказал! Пусти! Прочь пошел! Будь, барин, квиты. Она уже все решила. Василиса.
Тихо! Собирай мои вещи, быстро! Далеко собрался? Бог вам судья, маменька. Я завтра же уезжаю в полк. Как же ты живешь? Глянь, вон кругом. Пока любила, жила. А теперь уж все одно. Слухай меня. Я твоим кожаным место выхлопочу. Только поначалу и он должен барина попросить. Уймись, Дашка. Я уж тебя однажды послушала. Смотри назад. Петя, держи спину ровно. Завтра первый зимы бал. Мы так давно не были на балах. И завтра Ванечка приедет. Я так по нему соскучилась. И я. Только с ним о деле поговорить хочу. О каком? Хочу к нему в полк. Смешной ты, Петя. Кто ж тебя возьмет-то? Рано еще в полк. А вот и нет. Когда француз нагрянет, все порадуемся. Смешной же ты все-таки. Маменька, вы поедете с нами на бал? Закончились мои балы. Поверьте, господа, Наполеон великий человек. Он несет народам просвещение. Так что же, свободы людишкам? Возможно. Я не против. Помилуйте, Павел Сергеевич, мы обречем наших людей на скитание и бедность. Русский крестьянин темен и бескультурен. Неужели? А вот вам пример. Василиса Кожина, моя крестьянка. Подойди к нам. Свободно говорит, читает и пишет на французском. Правда, Васька? Зря смеетесь, господа. Alors, переведи-ка, милая. Дама отстегнула цветок от своего корсета и бросила его кавалеру. Васька. Я не понимаю. Прочь пошла. После поговорим. Нет, господа, вы меня не переубедите. Этой стране нужен Наполеон. Пардон, господа. Мажестей. Ваше Величество, вы слышали меня? Ваша армия боготворит вас.
Гвардия пойдет за вами повсюду. Но эта страна, она поглотит и растворит нас. Ради чего? Каждый раз, когда я выхожу на поле битвы, где я могу быть убит, как и любой из моих солдат, мне страшно. Но я каждый раз иду вперед, превозмогая себя. Это и есть величие, мой друг. Может, ты права. Я ведь тоже убежал. Забыть тебя хотел. Только не вышло. Дня не было, чтобы не думал о тебе. Не гляди на меня так. Дурна стала. Нет. Такой тебя и помню. Только роднее. Может, моя вина во всем. Да только отвечать теперь перед Богом. Не твоя я, Вань. Венчанная. Императорское Величество, разъезды докладывают, что армия Наполеона в огромном количестве перешла Неман. Война.
посрамим честь наших отцов и дедов! Как они, храбро сражаясь, умирали за Россию, так и мы, если суждено, умрем! Но не отдадим родной земли! На миру и смерть красна. За царя и отечество! По моей команде на правый фланг! Врага в пику! Вперед! Ложись, Василиса. Спи, Максим. Воды попью, приду. На этой карте нет моста, но рядом деревня. Мост должен быть. Мы срочно должны найти переправу, пока не прибыла французская армия. Вы едете туда. Да, мой капитан. Не шуметь. Осторожно. Вперед. Господи, прошу тебя, защити его. Имей милосердие от бед, освободи, яко благо человека любит. Будь крепостью и оградою от врагов видимых и невидимых. Прошу. Огради. Живы в помощь Вишнего. Хрою Бога Небесного во дворице. Речет Господи мой заступник и всей прибежищем ее. Бог мой, и уповаю на него. Я готов избавиться от сети ловче и от словесия мятежно. Прищма свои веси мертвы. И под крылья его надеющееся оружием будет тебя и истина ему. Прошу тебя, вооружи могуществом твоим. Обреки его, крепи силой твоей. Спаси, сохрани его, Господи. Не боившись от страха ночного, от стрелы летящей во мне, от вещи во тьме приходящей, от зрящей и беса полуденного. Поди от страны твоей, от тысячи, и тьма не тянет тебя, к тебе же не приближится. Обреки его, крепи силой твоей. Спаси, сохрани его, Господи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пресвятая Богородица, спаси, сохрани раба твоего Иоанна. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
зашажени. Месье! Месье, я вас умоляю. Кантона! Не трогайте крестьян. Мы не убийцы, мы французы. Мадам, я прошу вас принять мои извинения. Как вас зовут? Василиса. Имею честь. Уходим. Уходим отсюда. Честная, что случилось? Макар, ты что натворил? Батюшки! Лизка, ну давай воды, тряпок еще. Сейчас, сейчас. Христом Богом, выслушайте. Ну что? Василиса, я сам. Что еще стряслось? Павел Сергеевич, я к отца родного просим. Защитите рабов ваших, Макара и Авдотью Зыковых, с детьми. От чего их защитить? Ты толком говори. Убили они трех супостатов. Что? Те дочку их хотели снасильничать. Да вы понимаете, что теперь будет? О, Господи. О, дикость. Какая дикость. От меня-то вы чего хотите? Защити, барин. Выдадим Зыковых. Как? Мы же сами накажем. Не выдавайте французам. Пьяных сразу казнять. Что значит не отдавайте? Они французов убили. Барин, дозвольте, я скажу. Поперек мужа идешь. Больно дерзкие вы с сестрицей. Что одна, что вторая. Так защищались Зыковы. На их же стороне правда. Война идет. Какая правда? Колеса их начнем отдавать. Все потеряем. Ты что несешь, девка? Опомнись! Павел Сергеевич, Христом Богом молю. Павел Сергеевич, Блие приехал. Все, ступай. Павел Сергеевич, поговорите с ним! Поговорите с французом! Оба ступайте! С глаз моих! Павел Сергеевич! Ступай! Василиса! Где они? Я не знаю. Не смей врать. Где вы прячете убийц? Они не убийцы. Солдаты дочь их насиловали. И что? Разве вы не привыкли к этому? Вы же рабы. Разве ваши хозяева не так же ведут себя с вами? Где Зыковы? Не знаю. Ты понимаешь, что мои солдаты могут устроить в селе резню? Помоги мне. Как? Приведи ко мне Зыковых. Я обещаю устроить своего рода справедливый суд. Ты можешь поговорить с ними. Я попробую. Si les circonstances étaient différentes, nous pourrions devenir plus proches. При других обстоятельствах мы могли бы стать ближе.
Ну, а верить-то можно ему? Не знаю. Может, в лес вам бежать, Макар? Не. А ежели французы и вправду деревню пожгут, народ-то при чем? Ну, вяди. Вяди меня к нему. Потолкуем. Алиса, ты что тут делаешь? Ее-то за что? Не ее место. Я староста, я сяду. Максим, блин, я обещал выслушать Макара и судить по справедливости. Домой иди, домой иди. Ну как же? А Блие? Блие, я же обещал по справедливости. Так почему его нет? Куда их везу? Домой иди! Я прослежу за справедливостью. Descendre les prisonniers du chariot. Allez, descends là. Vite. Descends. А как же справедливый суд? Вы же обещали. Слушай, слезай. Ватан. Ну вы же обещали суд. Ну. Давай, беги. Давай, беги. Макар, бегите, бегите. К лесу, к лесу давай. Bonjour. Как же мы все могли-то? Не уберегли. Что мы можем, Василиса? Драться мы можем. Драться. Успокойся. Успокойся.
Чего пришла? Ну, говори уж. Ванечку твоего убили. Врешь. Врешь. Кто сказал? Элен приходила. Сестра его. Нет. Я верю. Я верю. Нет, не верю. Матушка его слегла от горя. Ты прости меня. Грешная перед тобой. Это я все подстроила. Не помешай я вам с Ванечкой. Он бы жив был. Ты прости меня. Слышишь? И помолись. Меня и за Ванечку. И детишек не бросай. Прости меня. Прости. Такие белые-белые. У кого? Да у молодой барыни. У Елены. Кожа прозрачная. А жилки видны. На! Где был? Воды, Дань. Французам помогал. Грабленное зерно в амбар клали. Сволочи, карталы. Вот толку от них. Орды лишние. Прокормимся. Чем? Барыну дали, французам дали. Зима впереди. Ты уж прости, что я их не оставила голодом так помирать. Дети ж. У этой детки такие титьки, что крышка скоро косой станет, а работать перестанете. Они на гумне работают. Чем они тебе мешают? Рязановы они. Стоим тут тихо, спокойно, не шаляемся! Тихо, спокойно! Стоим спокойно, говорю! Не шаляемся! Мы шаляемся! Стой тут, не ходи никуда! Все, тихо, тихо! Разберемся! Тяжело, кто? Что вы творите? Остановитесь! Господа, не оскверняйте храм! Я прошу вас, не оскверняйте храм! Ганьку! Чем? Тихо! Стой! Чего, папа? Чего, пусти? Стой! Ты куда, Марец? Домой! Кванка, иди!
корзину большую. Фреш, в рогожу заверни. Держи, Гриша. А самой? Обойдусь. Ох, ох, ох. Хлеб совсем не осталось. Надо по миру идти бы. Куда идти-то? И так уж в лес загнали, как зверей. Ну так тогда с голоду помрем. А думаешь, люди подадут, если француз забрал? Что здесь, что там. Все одно помирать. Нет. Нет. У французов хлеб возьмем. Видела я, как они с деревень зерно-то везут. Там по две подводы, по пять солдат. А нас тут душ 40, половина мужики. Неужто не сдюжим? Бог нас смирению учит, щеку подставить. Но ведь есть же такой край, когда понимаешь, что переступишь все, душу продашь. Когда ближнего твоего у тебя ж на глазах, а ты стоишь и молчишь, а нельзя молчать, воевать надо! А Господь нам поможет. Ну ведь поможет. Не мы ж войну начинали, не мы к ним пришли. Vous m'avez fait la morale. Вы не читали уроки о том, как прекрасен ваш уклад, avec vos serfs, tous très obéissants, et vous, comme un dieu, parmi как послушны ваши рабы, vos paysans, как свято они любят вас. А теперь ваши рабы бунтуют. Contre l'armée française. Они убили наших солдат cela, je dois rendre и захватили обоз. Au tribunal и я militaire. За это пойду под суд. Cher ami, друг мой, cessez de me parler de cette façon. Вы не смеете со мной так разговаривать. Vraiment. Хорошо. Ce sont des criminels et ils doivent être exécutés. Они преступники. Ils sont dirigés par votre paysanne. Ими руководит ваша девка. Василиса. Василиса. Je sais. Я знаю. On trouvera le moyen de la faire sortir. Мы найдем способ вытащить ее из леса. Appelez votre Позовите вашу comparse. Наперсницу. Дашка. Дашку. Месье, звали? Звали, месье? Ты ведь говоришь по-французски? Да, нас с сестрой учили вместе. Avec ta sœur? Oui.
Результаты меж тем разнятся, судя по акценту. Вы близки с сестрой? Да. Тогда помогите мне ее спасти. Скоро удача изменит ей. Ее убьют в бою или повесят. Я хочу помочь ей, спасти ее. Но для этого мне нужно, чтобы вы выманили ее из леса и передали мне. Вы меня поняли? Да. Только у меня одно условие. Не припомню, в какой момент мы стали общаться на равных. Дам я тебе Василиса. А ты с ней в Париж и меня возьмешь. Ваша наглость не уступает лишь вашей глупости. Так мы договорились. В чем задумались, ротмистр? Мой дом находится в 10 минутах езды отсюда. Какая-то тревога. Ну так давайте заедем. Нельзя, депеш. Не знаю. Если бы моя семья была рядом, я бы заехал. Поступим так. Вы поезжаете, а я вас в скором времени нагоню. Иван, мы поедем с тобой. Сапега остается за старшего. Вы меня слышите, поручик? Есть. Ну, пошла! Бежим! Дашка. Варин? Я это. Не признала? Так сказали, будто убили тебя. Жив, как видишь. Мои где, знаешь? Все закрыто, ставни заколочены. Чего молчишь? Так померла ж барыня-то. Мама? Как? Как услыхала, что убили. А Петя, Элен? Да, детки в лес с погорельцами. Ушли. А Алешеньку скоро бы в город забрали. А Василиса где? Блие, француз сильничал ее. Так теперь при себе прислугой держит. Веди к нему. Да погоди. Ночью поведу. Куда сейчас? Все, Барин, дальше сам. Зайдешь через людскую, подымешься там наверх. И в опочивальню. Парень усопший. Там он. Там учитель ейный. Спаси тебя Бог, Дашка. Каюсь, плохо о тебе думал. Да всех война мерит. Браво! Браво! Я salue votre passion! Отдаю честь вашей страсти, но не вашему уму, ротмистр. Отдайте оружие. Ну что ж. Come on.
Бросайте оружие, ротмистр. У меня на вас другие планы. Мить, сходи, торопиться надо. Не проси, не пойду. А кроме тебя некому, Митик. Спасать надо Ваську. Значит, жив Ваня? Жив, жив. Только ненадолго. Бли его казнить хочет. Одно только остановить может. Что? Говорит, коли сама придешь, отпустит барина. Да врешь ты все. Василиса, нельзя ему верить. Да чего ж вру-то? Вот и письмецо есть. Обещал его отпустить. Обещал. Не так быстро. Продолжим беседу у меня. У тебя будет возможность доказать, что ты не враг французской армии. Знала я, что верить тебе нельзя. Но все же ты пришла. У меня не было выбора. И все-таки я надеялась на твою честность. Василиса, у меня тоже нет выбора. Завтра на рассвете я повешу вас обоих. А твои люди разбегутся сами собой. Решай. У тебя еще есть время. Я никуда не пойду. Уведите ее. Сильно ранен. День и ночь о тебе думала, только лягу. Уснул, ты мне снишься. Благодаря тебе и выжил. Сейчас обещаю тебе, слышишь? И дети у нас будут. Сколько Бог пошлет? Двое, трое. Как назовешь? Алеша. А если девочка родится? Машенька. Идут.
Рана же еще не развела. Анечка, люблю тебя больше жизни люблю и всегда любила. Знаю, как я тебя люблю. Серега. Ногу давай. Давай. Лесом идите. На дороге схватят. Давай. Иди с нами. Идите вы. Я грех на душу взял. Я не отвечу. Идите! С Богом. А я грех на душу принял. Я отвечу. Не могу. Я отпущу тебя. Не отпущу. На миг не отпущу. Не могу я своих бросить, понимаешь, Ванечка? Не могу. Однажды же бросила, когда за мной пошла. Так они же сами отпустили. Как же я теперь их брошу? Не могу. Тогда пообещай, что дождешься. Пообещай. От кого? От князя Кутузова, ваше величество. Читайте. Всемилостивейший государь, припадая к стопам вашего императорского величества, поздравляю вновь с победою. По сути, прошу вас, ближе к сути. Совершенное разбитие 4-го корпуса французского. Одних пленных 3062 пушки, множество раненых. Так, казаки делают чудеса. Вступайте. Слушаюсь, ваше величество. Наконец-то рапорты главнокомандующего звучат как стихи. И быстро понеслись потоком! Враги на русские поля! Пред ними мрачная степь лежит во сне глубоком, дымится кровью земля, и села мирные, и град во мгле пылает, и небо заревом покрылось вокруг, леса дремучие бегущих укрывают, и праздный в поле ржавит плуг. Идут, их силе нет препоны, все рушит, все свергают в прах. Сразились, русский победитель! И вспять бежит надменный гал. Но сильного в боях небесный вседержитель лучом последним увенчал. Вместе не уйдем. Давайте сюда. Генерал!
Стойте, слушайте! От Красного этим трактом движется отряд. Там дармесы, сотня конников. Тихо, Галочка. Ведь причина, полагаю, что это... Наполеон. Нужно срочно доложить в штабку. Представь, что работал брата нашего века, благо чуками без Бога. Оставляй грехи, потребляй неправды, ослабь, оставь, прости, Боже, согрешение, вольно, невольно, работай. Я нашел этого убитого лазутчика. Прикажите ему перевести. Объясните вашему. Переведите. Почему? Почему вы позволяете разговаривать со мной в таком тоне? Переведите. Донесение генералу Бениксену. По нашим сведениям, командующий французской армией Наполеон намеревается бежать в направлении Орши 12 ноября сего года. Проезд по Смоленскому тракту затруднен. Продолжайте. Здесь кровь. Крайне возможно, что Наполеон сократит себе путь, проехав лесной дорогой близ деревни Елагина. Неужто сам Антихрист, а? Наполеон. Так ведь против его идти. Что против ведьмедя с одной рогатиной? Да что мы можем, Василиса? Задержать можем. Нам всего-то стоит путь ему преградить. Просто задержать в пути. А к тому моменту уже гонца в армию пошлем. А? Эх вы, мужики! Мужики! Бабоньки, ну что же вы? Для жизни моего-то возьмем, война-то сразу кончится. Для тебя кончится, для тебя, для них, для всех сразу! Ну? Че, замолчал? Говори, коль начал. Ну, моего брата убили. Убили. А кто их привел сюда? Он привел Антихрист. Так получается, вьем все зло-то. И тятеньку они моего убили. А получается, что права, Василиса? Надо идти. Ну, а что тогда думать? Все одно помирать. Надо все вместе быть. Я с вами пойду. Сдумала тоже. Гриш. Ну шо, Гриш? Куда ты попрешь? Через французов? Через бои? Мне проще, на меня меньше подумают. Ты шо, хочешь, чтобы тебе подстрелили? Бабье шо ли дело? Ты как разговариваешь? Простите, барыня. Антошка!
ней до деревень поедешь? Коня назад приведешь. Гриш, подойди сюда. Ближе. А чего ты его поцеловал? Поругали же только что. Ты не представляешь, какая гостья у меня в палатке. Идем скорее. Эскадрон Нарлова в седло. Слушаюсь, ваше сердце. Лена. Ваня. Леночка. Братик мой, живой. Леночка. Ватечка. Родная моя. Господи, шрам-то. Как же ты повзрослела. Елена просто красавица. А с таким-то лицом шутите вы все. Иван, если бы ты знал, какую весть нам принесла Елена. Однако ближе к делу. Ты же хорошо знаешь эти места. Конечно, здесь вырос. Возьмешь своих гусар, эскадрон Орлова. Предстоит вылазка, быстрая и решительная. Thank you.
Ну что, есть повреждения? Не похоже, мой капитан. Император! Император! Что случилось, мой капитан? Партизаны. Они пытались напасть на нас, но мы их уничтожили. Сегодня мне придется казнить тебя и твоих товарищей. Хотя я сочувствую тебе. Так отпусти меня. Отпусти меня. Я могу спасти тебя. Ты можешь думать, что я сумасшедший. Слушай меня, я умоляю. Я вывезу тебя отсюда. Поверь мне, я сделаю тебя счастливой. Но я здесь родилась. Здесь жила. Если надо умереть, умру здесь. Сейчас не время для красивых слов, Василиса. Если ты откажешься, то через час будешь повешена. Душа бессмертна. Что ты сказала? Ничего. Вы все равно не поймете. De Vasilisa. Va-t'en! Acte de banditisme et de sabotage. Sont condamnés à mort par pendaison Vasilisa Kojina, Antip Kromov, Timofey Petrov, Sébastien, sans nom de famille, Grégory Kofin, Anton Kofin, ainsi que Piotr Rezanov, malgré la gravité de leurs crimes, seront graciés en vue de leur jeune âge. Почему?
том, что вы еще дети. Алле! Алле! А як же вы? Я не пойду, я с вами. Пусти, пусти, Антошенька! Антошка, стой! Антошка! Василиса, ты нам як мамка был. Прости, як мамка. Иди уже. Иди уже отсюда, ну! Allez, viens là, viens là! Нет! Allez, dégage! Нет! Dégage, petit morveux! Allez-y! Alors, passe la corde au cou! Allez, allez, vite! Allez, vite, dépêche-toi! Vite, vite, vite! Allez, allez! Espèce des salons! Allez, vite, vite! Dépêche-toi! Espèce des salons, dépêche-toi! Василиса, je vous laisse. Василиса, я даю вам последний шанс. Вы encore choisir. Еще не поздно сделать выбор. Что ж, это ваше решение. Continuez! Pourquoi vous nous arrêtez? Мужики, простите меня. Простите, что потянуло. И ты прости нас, Василиса. Православные, простите и помолитесь за нас. Родствуй, Господи Иисус Христос. Сандали! Вешайте их! Thank you.
Василиса. Василиса. Родная моя. Василек. Так долго. Прости меня. Прости, Василек. Родная моя. Святому Духу, ныне пресно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.